Весна – пора субботников. Весну большинство из нас ассоциируют с чистотой и возрождением. Наводить порядок там, где живешь – наша давняя традиция. Самая активная часть жителей Кашхабского района 2 марта вышла на борьбу с мусором. Администрация Кашхабского района организовала проведение субботника по уборке территорий и наведению чистоты и порядка. С хорошим весенним настроением вышли на мероприятие и добросовестно навели порядок на закрепленные и прилегающие к учреждениям территории все работники бюджетной сферы. Сегодня проводится мероприятие «Чистый четверг». 2017 год объявлен годом экологии, в связи с чем был составлен план мероприятий на 2017 год. И в соответствии с этим планом сегодня проводится санитарная очистка Кашхабского сельского поселения. В мероприятии также участвуют все организации муниципального образования Кашхабский район, а также предприятия, организации всех форм собственности. На территории аула Кашхабль распределены по участкам работают все организации. Территория наша составляет 1375 гектаров, на которой сегодня проводится санитарная очистка. В частности, очистка от бытового мусора и опавших листьев и веток. Мероприятие по наведению санитарного порядка на территории Кашхабского сельского поселения приняли участие также работники администрации района, школьники. Участниками субботника было собрано немало мусора. В основном это были опавшие листья. Весь собранный мусор вывозился сразу. Задействованы 3 единицы специальной техники, которые вывозят бытовой мусор. Кроме этого, кроме предприятий, также граждане на своих прилегающих территориях проводят санитарную очистку. По завершении мероприятий будет составлен фото-видеоотчет, а также письменный отчет и будет направлен в Управление охраны окружающей среды Республики Адыгея. В этот день наша съемочная группа побывала также в Ходзинском, Вольвинском и Натырбовском сельских поселениях. И в этих населенных пунктах субботник прошел массово. Были задействованы работники бюджетных учреждений, администрации поселений, сотрудники образовательных учреждений, школьники, ну и, конечно же, социальные работники. Был выполнен немалый объем работ. Очищены намеченные территории от строительного мусора, веток, опавших листьев. Работы также проводились на лесополосах. Подобные мероприятия были проведены в этот день во всех поселениях Кашхабского района.